Всем привет, короче, новая закупка. Люксовый ярчайший рубль. 300 лет дома Романовых. Раз. Люксовый ярчайший рубль 1904 года. В густой, красивой, старинной патине. Тоже очень яркий. Это у нас 2. Рубль 1897. Ну, такой неплохой. Гербастый, все дела, хороший. Тоже такой приятненький. Еще один рубль 1924 года. Тоже безумно ярчайший, просто сногсшибательный. Куча лучей. Вполне себе МС-ные монеты, короче, пришли. Полтинник. Полтинник с косячком перед носом. Но очень-очень тоже яркий. 1912 год, гурт ЭБ. Гурт ЭБ, все дела. Четвертак. Яркий-яркий, штемпельный-штемпельный. 1896 год. И еще один полтинник. Тоже яркий штемпельный. Это 1912 год. Курт у нас БС.